Экранах бой Рамазана Полиани против финского боксера Джонни Турнина. Похоже, у турецкой команды будет еще один финалист на этом чемпионате. Утром сегодняшнего дня Агагул Оглу вышел в финал, победив доминиканского боксера Суриэла Ротаса. Рамазан Полиани известен нашим любителям бокса, поскольку выступал за сборную России. Но вот нужда погнала его искать счастье в Турции. Похоже, он обрел его. Выходит близок, точнее, к финалу турнира. Ну и вообще, как бы, судьба турецкого бокса за последние годы связана с российскими именами. Артем Лавров, наш знаменитый тренер, провел несколько лет, работая старшим тренером турецкой команды. За 5 лет его работы турки выиграли столько же наград на боксерских турнирах, сколько за 38 лет до этого. Чемпионаты формата Вильгаму идут. Там у Денима Эртобрию Шагриба Чагатаре Свата Сакра Анемши. Там и Пикруф Аметов Зепичепи Садариента.